Друзья, всем большой привет! Я рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня готовлю панакоту из ряженки. Панакота – это вкусный десерт, но я люблю панакоту даже кушать на завтрак в прикуску с хрустящим тостом. А также панакота прекрасно подходит для перекуса. Для этого десерта мне понадобится 10 грамм желатина. Заливаю его кипяченой холодной водой, перемешиваю и даю набухнуть. Еще мне понадобится 400 грамм ряженки. Набухший желатин отправляю в микроволновку и буду растапливать импульсами. В ряженку добавляю сахар по вкусу. Растопленный желатин соединяю с ряженкой и перемешиваю. Я люблю панакоту без добавления ягод и фруктов, но в этот десерт можно добавить по вкусу любые ягоды, фрукты, орехи, шоколад и так далее. Для повседневного потребления я этот десерт разливаю в небольшие порционные баночки. Ну а если для гостей, то можно разлить в красивые креманки. Баночки убираю в холодильник. Через час лакомство готово. Получается нежная сливочная консистенция. Ну и, конечно же, это очень вкусно. Возле нашего дома есть хозблок. Построили его из того, что осталось от стройки. В одной части хранятся дрова, другая часть для хранения разных хозяйственных вещей. Не первый год я уже мечтаю его задекорировать, чтобы он выглядел более симпатично. В начале октября моя мечта начала осуществляться. Мы начали обустройство фасада хозблока. Ничего грандиозного и дорогого не будет в декоре постройки. Все будет бюджетно и симпатично. Эти кадры я снимала еще в начале октября. Ну а теперь обо всем по порядку. Завершаем сезон, и муж косит газон. Это последний покос травы.
Газон – это, конечно, громко сказано, у нас природный лужок. За счет частого покоса наш лужок прекрасно смотрится. Итак, возвращаюсь к нашему хозблоку. На нем уже появились две деревянные перголы. Но появились они не просто так, для красоты. По ним будет виться плющ вечно зеленый. В мечтах есть желание сделать этот домик вечно зеленым. Но на это понадобится время. Я уже высадила два плюща, которые по моей задумке будут обвивать эту перголу. Вот этот саженец я вырастила сама, взяв прошлой осенью черенок с нашего большого плюща на террасе. А вот этот вечно зеленый плющ с вариегатной листвой я купила этим летом. Высадила, и он уже заметно подрос. На мой вкус уже хозблок преобразился и выглядит более симпатично. Такие готовые перголы можно приобрести в магазинах нашего города. И в БУ-центре они есть, и в мегаполисе. Такие же перголы у нас стоят и на террасе. На этой опоре пока нет никаких растений, но скоро ее тоже оплетет вечно зеленый плющ, который я не так давно высадила около террасы. Это такая же пергола с другой стороны террасы, и ее густо оплел плющ. Вот с этого маточного растения я беру черенки, укореняю и рассаживаю в нужных мне местах. Вот так стена с плющом выглядит с другого ракурса. Примерно 6 лет назад мы высадили черенки плюща к этой перголе. В нашей Калининградской области он зимует без проблем. Сорта этого плюща я не знаю. Продолжаем обустройство хозяйственного домика. Пластиковая дверь здесь совсем не вписывается по цвету. Дверь, кстати, в хозблоке тоже БУ. И сейчас я буду ее перекрашивать. В БУ-центре у консультанта спросила, какой лучше краской покрасить уличную пластиковую дверь. Что посоветовали, то и взяла. Цветовой гаммы этой краски большого выбора не было. Коричневый оттенок был только один. Перед покраской подготовили дверь, пошкурили ее и обезжирили. А также наклеили малярный скотч, чтобы стекло не испачкать краской. Начинаю творить. Приступаю к покраске. Это эмаль акриловая, сохнет очень быстро и без запаха. И погода в начале октября способствовала переделке. Стояла солнечная, теплая и сухая. Краску я наносила в два слоя. Дверь покрашена, я присела отдохнуть, а муж сейчас снимет малярный скотч и посмотрим, что получилось. Вот так теперь выглядит пластиковая дверь. Не бросается в глаза, и цвет, кстати, мне нравится. Следующий этап. Прикрутили на хозблок деревянные доски. Доски прикручивали с небольшим расстоянием друг от друга. Экономили материал, потому что пиломатериалы сейчас не дешевые. Рядом с перголой прикрутили 4 доски. Они уже покрыты пропиткой по дереву. Именно по этим доскам будет подниматься черешковая гортензия с другой стороны домика. Гортензия черешковая там растет давно. Она своими воздушными корешками будет цепляться за доски и подниматься по ним вверх.
Ну а плющ будет подниматься по перголе. А еще появился новый фонарь на хозблоке. И сверху над дверями прикрутили две деревянных фигурных балясины. Они у нас лежали без дела. От хозблока, как продолжение, идет небольшой забор из того же профнастила. За этим забором небольшой закуток, где хранятся разные вещи для садоводства – горшки, ящики для рассады и так далее. Так как этот забор – продолжение хозблока, на него тоже на расстоянии прикрепили деревянные доски. Они тоже будут покрыты сейчас пропиткой по дереву. Конечно, котам тоже интересно, что за суета происходит у этой постройки. Все доски покрыты пропиткой. Ну а теперь можно сравнить результат. Вот такой хозблок был до. А такой после. Мы небольшими усилиями преобразили немножко эту хозяйственную постройку. Мне нравится, а в перспективе, надеюсь, когда разрастутся растения, вьющиеся, то домик еще станет симпатичнее. А может, я еще добавлю какие-нибудь декоративные элементы. Поживем, увидим. А на дворе у нас уже конец октября. Уходит осень. Медленно, красиво. Золотая осень. Время почувствовать себя дизайнером и сотворить красоту из природных материалов. Осенние композиции для декора хороши тем, что в них можно включить абсолютно любые элементы, сезонные овощи и фрукты, сухоцветы, живые цветы и свечи. Сейчас разберу старую композицию и сделаю что-нибудь свежее и новое. В прозрачную высокую вазу сложу некрупные яблоки, патиссоны, веточки калины. Припоминаю, в прошлом году эту вазу я декорировала некрупными декоративными тыковками. Тоже смотрелось мило. Включаю фантазию и превращаю привычные предметы интерьера в что-то необычное с помощью даров природы.
Мелкоплодный горький перчик. Давно созрел. Сейчас соберу его остатки. Ночи уже у нас прохладные. Перец выглядит не очень. Кустики буду убирать. Ну а следующий год буду выращивать новый. Этот яркий перец еще порадует меня в виде декора вот в такой прозрачной вазе. Белый декабрист у меня зацветает. Белоснежные цветы с яркой серединкой. Прогуляюсь в сад, соберу немного хризантем и украшу ими парадное крыльцо дома. Высокорослая хризантема, белая и желтая. Белая уже полностью распустилась, а желтая только начала распускаться. Два сорта хризантемы посадила когда-то рядом. Они разрослись и образовали вот такой букет. Куст мощный, приходится подвязывать. В теплицах закончила уборку, подготовила к зиме. Остался один огурец с небольшими плодами. Оставила его, может, огурчики еще и вырастут. Многолетняя астра осенняя уже отцветает. Низкорослая лимонная хризантема полностью распустилась. Возле хризантемы растут две астры разных сортов. Скоро отсюда их пересажу. Неудачно посадила, им здесь тесно. Лимонная хризантема с другого ракурса. В лучах осеннего солнышка источает приятный медовый запах. Василий ловит последние теплые дни и греется на солнышке. Еще два сорта высокорослой хризантемы двух цветов. Некоторые плодовые деревья сбросили листву в нашем саду, а некоторые стоят еще зеленые. Ну что, попался плюшевый кот? Немного тебя потискаю. Василий проголодался, нужно покормить, а затем продолжу свои дела. Хочу освежить эту композицию на крыльце свежими хризантемами. Эти срезанные цветы в горшках стоят больше месяца уже. Соцветия очистка видного очень хорошо стоят в срезке, особенно на улице. Сменила композицию. Свежо, ярко, радует глаз. Что еще нужно для настроения? Thank you.
На террасе у нас стоит вот такой декоративный электрический фонтанчик. Очень часто меня спрашивают, где мы такой приобретали. А купили мы его очень давно, в магазине нашего города. Он такой модели был один. Больше я таких не видела. Он состоит из двух элементов. Нижней овальной чаши и верхний элемент, тоже овальный, откуда вытекает вода. Декоративные птички на нем тоже были. Сам фонтан низенький, и чтобы он как-то смотрелся, поставили его на квадратный серый горшок, который к нему подходит по цвету. Этот горшок у нас был в наличии, но временно пустовал. И тут пришла идея все соединить, и неплохо все сложилось. В горшке, кстати, насыпана земля. Поверх я положила декор, камни, шишки, ракушки. Да и к чему я все это рассказываю? Сегодня меня посетила идея посадить в этот горшок очиток. По моему опыту, очитки у нас неплохо растут и зимуют в горшках. Вот такой сорт очитка я сейчас хочу подсадить к фонтану. Убрала сверху декор, добавлю в горшок немного земли. Очиток посажен, зеленью вся эта композиция, мне кажется, смотрится интересней. Воплотила задуманное, ну а что из этого получится, покажет время. На этой солнечной октябрьской ноте хочу с вами попрощаться и увидимся уже в ноябре.